Всем привет! Сегодня поговорим о двух спутниках. Это спутник Astra 1 19 градус и Astra 5B 31 градус. Покажу, какие есть частоты на этих каналах, покажу интересные каналы, которые можно настроить и смотреть. Ну и если есть бесключики, конечно, расскажу вам и покажу. Ну а тем, кто не успел подписаться, подпишитесь на канал, поставьте пальчик вверх. Ну и давайте смотреть. Это уже пятая часть о спутниках и частотах. Так что присаживайтесь поудобнее, готовьте свои печеньки и давайте смотреть и слушать. И готовьте листочек, если кому надо, запишите, какие частоты вам интересны. Так что поехали. Начинаем с спутника Astra 1, 19,2 градус. На частоте 11612H, скорость потока 22000, идет канал TV-RUS в формате MP4. На частоте 11973V идет немецкий музыкальный канал MTV Германия. На частоте 12418H, скорость потока 27500, идет музыкальный канал Fox TV Music TV в формате MP4. На частоте 12266H, скорость потока 27500, идет спортивный канал Евроспорт 1, это немецкий канал. Также на этой частоте идет Евроньюз Франция и Евроньюз Германия. На частоте 12304H, скорость потока 27500, идет Sky Sport News в формате HD. Также интересный канал находится на частоте 12480V, скорость потока 27500, это Sport 1, Германия. И на частоте 12692H, скорость потока 22000, идет канал Hit Radio 03 в формате HD, это музыкальный канал. Следующий спутник это будет Astra 5B, 31 градус. Тоже интересный спутник, есть интересные каналы, так что давайте настроимся, извиняюсь, и посмотрим. На частоте 11817V, скорость потока 27500, идет Turan TV «Настоящее время». На частоте 12052V, скорость потока 30000, идет международная версия Шансон TV International. Также на этой частоте идет канал STS Kids. Имеется бисключик ID канала 2012, ключик B1-55-45-4B-E5-2019-1E. Также на этой частоте идет канал церковный ТБН Украина, международная версия российского канала Перец TV, также международная версия RAN TV International. Также на этой частоте идет канал международная версия Домашний International. Вообще интересная частота, так что можно добавить к 36 градусу этот спутник, ну и смотреть, настраивать. Также идет международная версия STS, и еще можно на этой частоте найти 8 канал International. Все каналы идут в формате DVB-S2 MP4, так что старые тюнеры не поддержат эту частоту, а вот новые, современные вполне поддержит, можно сканировать и смотреть все эти каналы. И еще на этой частоте идет международная версия канала НТВ, НТВ Мир. Также идет канал ТВЦ International на этой частоте. И еще идет пятый канал International. Вот такой интересный спутник. Много международных версий, так что можете его попробовать посканировать. Ну а всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня и до новых встреч. Дальше будут тоже много интересных спутников. Всем пока-пока.